Всем привет! У меня будет сейчас распаковочка. Заказала. Вот заказала. Я наконец-то догадалась заказать микрофон у себя. Микрофон. И сейчас посмотрим. Так, смогу ли я его... Сейчас посмотрим, смогу ли я его распаковать. Шучу. Но в каждой шутке есть доля правды. Смогу ли я его подключить? Вот вопрос. Так. Пакет сняли. Дальше, понятно. Дальше, да, он выдвигается. Так. А, микрофон, по-моему. Еще что-то. Вот такое вот. Как на USB похож. И еще что-то. Вот так вот, да? Вот такая вот штукень маленькая. Сам микрофон. Так, посмотрим. Еще, по-моему, тут коробочка, по-моему, тут зарядник. Да, вот так вот зарядник. Либо так, смотрим. Куда это? Кого это заряжать-то? А, вот. Вот, нашла. Так, есть ли инструкция? Посмотрим. Угу. Инструкции есть, жалко, на китайском языке. Ну, вот здесь вот вроде как на английском языке. На русском, к сожалению, ничего нет. Но вот эту вот вертушку написано, что в телефон надо вставлять. Вернее, не написано, вот картинку вижу, что она в телефон вставлена. А вот эту вот штукень, не знаю, во что вставлять. Вообще, что это? Что это? Куда это? Может быть, это какая-то флешка? Нет, сюда она не подходит. Честно, не поняла. Про нее ничего не нарисовала. А, нет. Ресервер. Что такое ресервер? Так, давайте пробовать. Сейчас я поставлю на паузу и попробую подключиться. В общем, разочарование в том, что не подходит вот эта вот втыкушка в разъем моего телефона почему-то. Хотя, ну, у меня вот трапеция, здесь прямоугольник, так скажем, со скошенными углами, да, скругленными. Вот, она подходит вот сюда. Не знаю, это никак не работает. Сейчас попробую отклеить, конечно. Не знаю, надо ли это отклеивать. Что вообще это за штуки? По-моему, они ничего не закрывают. Вроде ничего вообще не закрывают. Угу. Так что сюда тоже не подходит. Вот здесь нарисован микрофон, наушники. Но у меня для наушников здесь другой разъем. У меня кругленький разъем. То есть вообще не подходит мне никак. Потому что надо подключать. Как раз вот нарисовано, что надо подключать. Так. Вот так. Может, это как переходник должен работать. Ну и как переходник. Он у меня нет возможности вот это вот подключить. Поэтому, наверное, буду пробовать на возврат.